свои двери для благовещенцев с высокой гражданской ответственностью участки распахнули в 8 утра. Прежде представители УИКов несколько месяцев готовились к выборам губернатора Преамурья. Сверяли списки избирателей, напоминали им о необходимости сделать выбор. Вот эта 358-я избирательная комиссия всего ждет 1186 человек. Подходить к участку горожане начали за несколько минут до открытия. Ровно в 8:00 воспользоваться своим конституционным правом приехал мэр областной столицы Олег Имамеев. Городоначальник поделился, всегда голосует утром по пути на работу, чтобы в течение дня не отрываться от запланированных дел. И отметил удобный трехдневный формат голосования. Зачастую люди, имея всего один день, а традиционно осень – это время уборки садов, огородов, не всегда могут вовоспользоваться своим избирательным правом. В этом году трехдневный формат голосования позволяет каждому в удобный для него день проголосовать. Сегодня мы видим, как у нас развивается, какими темпами развивается наш регион, наша Амурская область. Я считаю, что темпы взяты хорошие, эти темпы необходимо продолжать, поэтому голосовать нужно всем. Представители 365-й избирательной комиссии ждут почти 1800 амурчан. Не только те, кто голосует на этом участке по прописке, но и те, кто прикрепился к их УИК. Это жители региона, находящиеся в Благовещенске, но прописанные в другом муниципалитете, или горожане, которым удобнее сделать свой выбор именно здесь. Михаил Симоненко своим гражданским правом избирателя сегодня воспользовался впервые. Парню недавно исполнилось 18. Называет себя патриотом, поэтому кто будет руководить регионом, ему не безразлично. Нужно знать, кто у вас будет губернатор, потому что это моя малая родина. Процедура буквально легкая, пришел 5 минут перед учебой. Пришел со своей семьей, с мамой пришел, чтобы в первый же день проголосовать. Отдать свой голос благовещенцы могут в течение 3 дней – 8, 9 и 10 сентября. УИКи работают с 8 утра и до 8 вечера. В областном избиркоме сообщили, всего в выборах губернатора могут поучаствовать 592 857 жителей Преамурья. Столько человек включены в списки избирателей по данным на 1 июля. Голосование идет на 712 участках, 19 из них временные, почти 100 оборудованы камерами видеонаблюдения, на остальных – средства видеофиксации. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».